задумывайтесь всегда, что совершаете. Деньги – это временный фактор. Купить вещь, которая также поносится и выбросится. Ну а свобода, здоровье – это, я думаю, что это прежде всего. Представители управления полиции города Темиртау провели профилактические встречи с учащимися всех школ города. В ходе мероприятия сотрудники полиции подняли такие актуальные темы, как наркомания, интернет-мошенничество, дорожная безопасность и совершение правонарушений среди несовершеннолетних. Учащимся также показали информационные видеоролики по данным темам. Ну, наши будущие – это наши дети, они должны знать. Тем более сейчас развивается интернет так быстро. Некоторые площадки открыты для них. Поэтому, чтобы они завтра не стали жертвами каких-то правонарушений или сами не совершили правонарушения, нами было принято решение вместе с образованием провести мероприятие профилактического характера. Особое внимание специалисты уделили теме наркомании. Учащимся рассказали, что употребление синтетического наркотика наносит серьезный урон организму и психике подростков. Прежде всего, уже от первого употребления, одного употребления возникает психическая зависимость. Это влияет на центральную нервную систему, головной мозг, приостанавливается развитие всего организма. Век наркомана очень короткий, от 3 до 5 лет. Если не случилась передозировка или не наступил смертельный исход от суицида. Школьников также ознакомились с приложением 102, которое на свой смартфон может установить любой желающий. В случае необходимости через приложение можно обратиться в полицию за помощью или сообщить о выявленных правонарушениях. Тогжан Сагимбекова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.